Во вторник вечером в общежитии Рязанского медуниверситета раздался тревожный сигнал пожарной сирены. Недалеко от корпуса произошло возгорание автоцистерны, перевозящей горючее. Огонь перекинулся на здание. Студентов тут же эвакуировали. Одному из них потребовалась помощь медиков. Пожар разгорелся не на шутку. Улицу пришлось перекрыть до полной его локализации, на которую, кстати, ушло около 25 минут. Три пожарных расчета, оперативная машина со спецтехникой, две кареты скорой помощи. Все они принимали активное участие в тушении огня и спасении людей. К счастью, это были учения, хотя и весьма масштабные по рязанским меркам. Цели, я считаю, достигнуты. В целом, личный состав, студенты медицинского университета обучены действиям при пожаре. В ходе учений были отработаны методы взаимодействия различных структур жизнеобеспечения граждан. Подобные мероприятия до и во время учебного года будут проходить во многих образовательных учреждениях города и области. Огонь, пламя, гром и молния в медицинском университете – это первая и весьма эффектная ласточка вузовской противопожарной обороны. По указанию министра МЧС Владимира Пучкова, а также было заседание правительства Рязанской области, Олег Иванович Ковалев поставил задачу губернатор провести тренировки в подразделениях учебных, школах, институтах. Единственная странность, которая поразила пару сотен очевидцев и участников учений – перекрытие движения весьма оживленной высоковольтной. Автолюбители довольно долго стояли в мощной пробке, аж со светофора на улице Вокзальной. Кто-то банально не имел возможности вовремя попасть домой. Но все-таки это были образцово-показательные учения, а потому такой размах простителен. Тем более за их развитием наблюдал новый руководитель регионального управления МЧС. Вот, похоже, брандмейстеры, если слегка перестарались.